Всем привет, это канал «Правильный выбор». Сегодня еще один представитель мониторов. Модель Dell U2721DE. Предлагаю рассмотреть основные особенности, а после обсудить их в комментариях. А чтобы приобрести монитор по выгодным ценам, вам нужно перейти по ссылкам, которые я оставлю в описании. Надеюсь, мой обзор будет для вас полезным и вы поставите лайк. Диагональ экрана 27 дюймов, разрешение 2560 на 1440, соотношение сторон 16 к 9, время отклика 5 миллисекунд, подсветка WLED, матрица IPS, глубина цвета 8 бит, частота обновления 60 Гц. Каждое изображение буквально оживает на этом экране с диагональю 27 дюймов. Благодаря разрешению вы увидите в 1,77 раза больше деталей по сравнению с разрешением Full HD. Монитор проходит заводскую калибровку, в результате чего охват цветового пространства sRGB достигает 99%, при значении цвета разности менее 2. Поэтому все оттенки отображаются максимально точно без дополнительной настройки. Кроме того, 85% охват цветового пространства DCI-P3 позволяет монитору отображать расширенный цветовой диапазон. Наслаждайтесь сочными и яркими цветами под любым углом обзора благодаря технологии планарной коммутации IPS. Размеры монитора 61,2 см в ширину, 35,5 см в высоту, толщина 3,9 см, вес 4,19 кг, цвет черный. Предусмотрено крепление веса 100 на 100. Обеспечьте порядок и добавьте пространство на своем рабочем столе, разместив на нем стильный монитор с тонкопрофильной панелью, компактной подставкой и отсеком, где можно скрытно разместить подходящие кабели. Кроме того, сбоку монитора удобно расположены два порта USB, один из них имеет функцию зарядки, что позволяет легко подключать и заряжать периферийные устройства. Благодаря практически безрамочной конструкции с технологией Infinity Edge можно беспрепятственно просматривать контент сразу на нескольких мониторах. При использовании сдвоенного монитора производительность работы возрастает на 21%. Монитор можно вращать и поворачивать в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а также наклонять и регулировать по высоте для комфортной работы в течение всего дня. Улучшенная конструкция с шарнирным механизмом на переходнике упрощает регулировку, а сам переходник при этом остается в фиксированном положении. Оцените удобство настройки многоэкранной конфигурации с помощью функции быстрого шлейфового подключения мониторов Dell Express Daisy Chaining. Она автоматически обнаруживает второй дисплей без ручной настройки экранного меню монитора. Этот монитор прошел сертификацию TUF и оснащен экраном без мерцания с поддержкой технологии Comfort View, снижающей уровень вредного синего свечения экрана. Он обеспечивает минимальную нагрузку на глаза даже при длительном использовании. Функция Easy Arrange в Dell Display Manager DDM позволяет легко размещать и просматривать приложения на одном или нескольких подключенных экранах, чтобы эффективнее выполнять сразу несколько задач. Улучшенная версия DDM содержит еще больше стандартных режимов отображения. Функция автоматического восстановления запоминает, где вы закончили предыдущий сеанс, поэтому даже после отключения и повторного включения питания приложения будут отображаться согласно прежним настройкам. Экономьте время благодаря клавишам быстрого доступа и легко настраивайте параметры управления дисплеем, чтобы как можно скорее приступить к работе. С помощью отчетов по управлению ресурсами IT-специалисты смогут оперативно получать всю информацию о мониторе и настраивать сразу несколько мониторов за один раз. В данной модели предусмотрено несколько разъемов: один DisplayPort версии 1.4, один HDMI версии 1.4, один USB Type-C, альтернативный режим с портом DisplayPort 1.4, портом USB 3.1 для подключения к ПК подачи питания до 65 Вт, один DisplayPort выходной с MST, два USB 3.0, два USB 3.0 с поддержкой зарядки по стандарту BC1.2, максимальный ток 2 ампера, один аудиовыход 3,5 мм, один RJ45. С проводными сетевыми подключениями теперь справится и монитор, благодаря наличию множества встроенных разъемов для подключения, включая RJ45 и USB-C, монитор превращается в многофункциональный узел сетевого оборудования, обеспечивая стабильное Ethernet-соединение и питание без лишних проводов. Питание через USB-C монитор может заряжать ноутбуки с энергопотреблением до 65 Вт через кабель USB-C, по которому помимо тока зарядки можно одновременно передавать данные и видеосигнал. Благодаря функции Always On Power Delivery ваш ноутбук будет заряжаться даже при выключенном мониторе. Использование USB-C также позволяет сэкономить вплоть до 72% от времени, затрачиваемого на настройку рабочей области компьютера, сокращает количество кабелей и обеспечивает быстрое переключение между задачами с одной рабочей станции.
Я выделил достоинства и недостатки модели и расскажу о них здесь, сначала отрицательные. Со светящимся битым пикселем, который стал заметен на 10-й день эксплуатации. Засветы жуткие. Комплектные кабели дубовые, придать им хоть какую-то форму будет очень сложно. Качество сборки. В macOS для подключенных наушников не регулируется громкость. Монитор как хаб вообще не работает. Экранное меню неудобное. Картинка какая-то блекловатая. Теперь перейдем к положительным. Монитор отличный, почти без рамки. Качество изображения отличное. Его очень легко крутить в разные стороны, вверх-вниз. Хороший дизайн, никакого глянца. По USB-C с MacBook'ом работает. Много рабочего пространства. Хорошие цвета. Глаза не устают при работе. Напомню, что обсудить модель можно в комментариях, а ссылки на полные характеристики и лучшие цены вы найдете в описании под видео. Если вы хотите получать уведомления о выходе новых роликов, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик, а также не забудьте поставить лайк. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».